Торика, добро пожаловать на родину. Да. Каникулы закончились. Спасибо большое, полет был в руке теплый. Теплый? Да. Ну и где ты проснулась? В зиме. Дома. Почему? Объясните, почему песок падает с неба? Пока нас не было, Вик, сколько снега навалило. Ага, вы посмотрите, какая огромная горка. Она даже выше моего роста. Ну-ка спустись. Ой, пойдем посмотрим на нашу горку с бубликами. Пошли, а на детскую площадку пошли посмотрим. Ой, пошли, точно. Ну все, сейчас вот берем лопаты в руки и очищаем дом от снега. Ой, я провалился. Ой. Мама дорогая. Мама дорогая. Половину препятствий мы уже одолели. Вау, Вика. Смотри, сколько. Здесь метра, наверное. Четыре? Полтора. Какой четыре? Мама дорогая. Я вижу наши бублики. Пошли со мной. Не, спасибочки. Я туда не полезу. Почему? Тут уютно. Лучше гору обойти. А давай кто быстрее? Ты отсюда или я отсюда? До бубликов. В общем... Я решила оттуда не идти, там был строительный материал, я ногой стукнулась. Ну что? Давай обойдем с той стороны. А это чьи следы? Кстати, это чьи следы, действительно. Кто тут ходил? Ты сюда рабочих не звал? Нет. Почему? А чьи тогда? Там тоже. Ну-ка пошли обойдем, посмотрим, чьи следы. Подожди, я отсюда пошли. Ай! Ай! О. Ты посмотри на мелины качели. Качели под снегом. Матрас! Вот здесь. А ну-ка. Ой! Фух! Поехала. Как весело! Я знаю, что из 2021 года оставила. Что? На память. Пойдем покажу. Вот видите, зелененькие. Сеточки. Вот за, рядом с ними почтовый ящик. И там я с 2021 года сохранила подарок от зимы. Готовы видеть, что в нем? Давай. Может, Дед Мороз что оставил? Лед. Ну вот, память о 2021 году. Это и есть то, что ты оставила? Да. Да? Да. Красивые? Обалдеть. Алмазы, наверное. Да. Тихо, на, держи. Каникулы закончились. Будем снег чистить. Точно, что ли? Ну видишь, сколько накидала. А твоя лопата где? Вот моя лопата. О! А почему тогда я вот этим, а ты вот этим? Не, хочешь, могу дать попробовать этим. Нет, спасибо. Корябина! Тебе ж понравилось! Нет. Папа, нет? Снял? Вроде да. Только знаешь, как я это снимал? В левой руке у меня была ручка снегочистки, в правой руке другая ручка снегочистки, а камера знаешь где была? Угадай! В зубах! На лбу! В зубах! Вот именно! А, да? Да, что делаете? Так, это суп варится, пойдемте. Что-то... Все, что, что? Не очень выглядит. Будет очень. Да, как на Мальдивах? Не совсем. Тогда не буду такой. Куда идем? Пойдемте покажем, что у нас тут поменялось. Вниз, 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 вниз. Вниз потом, сначала наверх. У нас, кстати, до сих пор стоит елка. Да. Да. Сколько у вас до сих пор стоит елка? Ставьте лайк, посмотрим, сколько у нас таких. Может, в марте ее разберем? Можно и до марта, но нет, дома надо убрать. Да. Хотя вообще-то она никому не мешает. Терпеть не могу разбирать елку. Вообще тоже. Ненавижу просто. Ненавижу. Собирать люблю, разбирать не люблю. А ты? Я люблю. Значит, ты будешь разбирать. Да, все. Сразу места больше становится в доме. Да? Ами. У нас и на столе этот декор стоит. Да, а еще, кстати, вы, между прочим, не знаете, что?
У меня для вас сюрприз. Какой? Завтра нам дадут газ в дом. Да ладно? Что? Да. Прям завтра? Ну, может, послезавтра. У нас в трубе уже появился газ. Осталось только его подключить, и все. В смысле, а почему я об этом не знаю? Вот я тебе говорю. Повторюшка, дядя Хрюшка. И сестра твоя Хрюхрюшка. Понял. Не снимай тебя так близко, близко. Покажешь свой игровой комп? Ами, пошли, пошли. Вика покажет кое-что интересное. Пойдем, вставай. Где? Где, где? Вон давай там. У меня новый компьютер. У Вики новый игровой компьютер. Стоит пока почему-то в моем кабинете. Что, возобновляешь свой игровой канал? Конечно. Будешь чаще ролики там снимать? Без проблем. Смотрите, какой СМР. О, и клавиши специальные игровые, да? Да, вот эти три, четыре. Они для этого. А еще вот здесь вот специально для пальца, смотрите, на пробеле. Класс. Вот это. И изогнутый монитор. Что вообще? Ой, Нюся! Нюся, ты Нюся нашла! А у Вики игровая комната была где, в цоколе? А, игровая, в смысле, да, в цоколе, да. Потом спустим. Но там же холодно. Газ дадут? Газ тепло, дадут, газ там дадут, жара дадут, будет. Да, Вика, газ дадут. Газ! Пойдем наверх. Пошлите Ами. Наверх. Искля, пошли наверх. Та-дам! Мне кажется, Амелия у нас за месяц выросла. Она в этом доме больше стала. А? Наверное. Кстати, тюль, шторы видели, нет, наши зрители? Ой, мы уже запутались, что вы видели, что нет. Так, посмотрим, что в моей комнате. Там... В твоей комнате, а смотри, что здесь опять склад у нас. Ой. Что за склад? Это моя прелесть. Опять мамина прелесть. Гардероб. Это наш гардероб. Приехал. Завтра, кстати, тоже начнут собирать гардероб. Супер. Супер, супер. Смотрите. У тебя тоже Новый год? Новый год, Новый год. Амелия. Заходите ко мне. Ами, пойдем к Вике. Она уже новый диванчик. Сейчас покажем. Давай. Ух ты. Хаги-маги, на запястье нужны 10 Бравл Старс. Мышка вроде без подвала. Хаги-маги, на запястье. Что это было? Что вы не подпеваете? Тут Вики пришли обновочки в комнату. Интересно, мы еще сколько будем обустраивать в наш дом? Постоянно, постоянно что-то надо покупать, да покупать. Собирать. Собирать, обставлять. Таскать. Это целая вечность. Просто. Но это приятное удовольствие. Да, особенно мне. Так, и что это, как вы думаете? Вика? Что это? Зеркало мечты. Ай, амин! А холодный, да? Холодный. Холодный, только что заезжает. Это зеркало с лампочками, да? Да, примерное зеркало. Ой, туда, на столик, вместо новогодней елки. Ты, кстати, когда будешь Новый год убирать? Хоть сейчас. Хоть сейчас. Ой, трясется. Холодный? Холодный. Смотри. Смотри. Ну что? Обалдеть, оно такое толстое. Ничего нигде не треснуло. О, целенькое да вроде. Давай, закручивай. О, Амелия, вот помощница. Ами, вот сюда. Так, вот сюда так крутишь. Вот так. Только в другую сторону. В другую сторону. Вот сюда. Вот. Молодец. Теперь другой, правильно. Теперь другой. И еще другой. Все? Все закрутили? Почти все. Давай, крути. Вот, молодец. Да. Вот так. Умничка. Все? Очень красивый. Сюда не надо. Вот это сейчас было. Сюда нельзя наступать. Ну как? Засними, красота. Амелия, пойдем там. А его надо вешать? Да, его немножко приподнять и повесить к стене. Аминка, красиво, смотри. Ой, девочки такие, девочки, вам лишь бы в зеркало глазеть.
А сейчас я покажу вам очень милую вещь. Ами? Но это еще не все, Вика. У тебя здесь еще обновочка одна. Тут что-то интересное. Ой, я знаю, что это такое. Так. Это барабанные палочки. Барабаны? Ами, что? Бам-бам! Осторожней, Вики, по голове не дай. Тихи. Вау, так нельзя делать, Ами. Что? Не попало, ты что? Хулиганка ты, Ами. Ты хулиганка. Так. Доставай. Угадала, что это? Ой. Кошка какая-то. Белая. Ами, там киса, что ли, смотри. Ух ты! Ты что? Это пуфик в этот... Это мохнатый пуфик. Ну да! Хотела. Вот это я люблю собирать, потому что очень быстро. Дай соберу. Давай. Да это и Вика может собрать. А тут только три? Вик, сможешь собрать? На-ка. А четвертый Вика, Амелия, запомнила зеркало. А у вас Амелия тоже Викой стала? Да. Периодически. Я нет. Приметь туда, к столику. А, это туда, к столику? Да. Класс! Ух ты! Ух ты! Какой стульчик, да! О, просто мечта! Ух ты! Класс, можно даже без трусов садиться. Тепло будет. Что? Без трусов, но без штанов точно. Да, такой удобный. А это тогда куда? Не знаю. Вы знали, что будет мой стульчик? Так. Он с потайным ходом. И ты до сих пор не забила это важное пространство полезное. А что? Каким-нибудь хламом там, не знаю. Но не так. Все нужно спокой. Это нужно. У Амели тоже есть сюрпризы, да, в комнате? Да, у Амели тоже обновочки. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Диван! Ау! Дуной папку чуть получил. Я чуть не сшиб эту штуку. У Амели тоже до сих пор Новый год. Ух ты! Девочки. Ой, бабуля обрадуется, когда тут спать будет! Да, это у нас будет гостевая комната, потому что... Что-то дом у нас маленький. Мы не предусмотрели. Что? Не предусмотрели. Смотрите, гостевую комнату. Да. У нас детских три. Это спальня у Амелии, вот это. Спальня у Вики. Подожди, но ты на что намекаешь? У нас два ребенка, три детских. Ты на что намекаешь? Залезает! А? Надо еще одного киндера купить на базаре. Нет. Нет, все, не надо. Ами, тут... А что, мальчика, давайте купим. Давай. Там в комментариях все пишут, что мама беременна. Я же писала, мама много ест. Так, что, мать, соберем, что ли? Диванчик-то попробуем? Конечно. Вика попрыгает на нем. Надо, и поставим его вот сюда. Ух ты! Ами! Смотри, какой диванчик! Какой у тебя диванчик! Вау! Книжки тут будем. Опа, кто такой? Книжки тут будем читать. Залезай. Давай, ко мне. Давай. Да, диван шикарный. Садись. Мягкий. Вика, мягкий диван. Да, очень классный. Попрыгай попкой. Вот так. Оп, оп. Смотрите, как я Амелию научила, пока вы диван собирали. Амелия. Ой. Вика плакала, а ты пожалела, да? А папа? Папа? Ой, спасибочки, да поцелую. Мама? И мама тоже. Нет, мама, а мама? Мама не платит. Стою, думаю, помните, как мы из подписчиков выбирали цвет стен в эту комнату? А помните, тут... как лайк здесь да, гадил? Да, лайк тут ходил по кирпичным стенам некрасиво. Я оставлял свои кучки коричневые, которые потом Вика вычищала. Лайк мы научили по лестнице ходить. Ага. И носки рабочих кругом валялись. С обувью.
обувью. Верните те времена. Нет, не надо. Это же так классно было. Что именно? Всё. Начало ремонта — это не классно, Вика. Классно. Нет, да, классно, вот когда диван уже стоит, вот тогда классно. Сесть и почитать. Амелия, давай, неси книжку. Амелия, вон там книжки. Что, пошлите кушать? Суп уже сварился, думаешь, мамин? Пока мы тут собирали. А, ну тогда я пошла сама сварю что-нибудь. Папа, ты будешь макарошки? Все буду. Ну тогда я сварю макарошки. А хочешь омлет из чипсов? Чего? Я очень хочу омлет из чипсов. Как? В ТикТоке видели? Нет. Берете пачку, короче, чипсов, заливаете туда яйцо, потом... размаливаете, вот так вот все перемешиваете, а потом опускаете в горячую воду в пакет. Вот и в следующем ищется. Видео снимем видео, проверку ТикТоков. Да, если вы хотите такое видео, обязательно поставьте лайк. О, мы я столько тобой... ТикТоков видела! Мы с тобой на кухне сотворим. Нечто! Класс! Все, точно, ждем от вас лайки. Все, я пошла ТикТоки смотреть. Лайфхаки. Чао, какао, амигос. Всем пока. Что за коряга прошла?